Новости от партнера сезона. В Кирове открывается школа фермера. Это образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства России. Обучение бесплатное, оно финансируется Россельхозбанком. Банк впервые открыл школу фермера год назад. Обучение проводилось в 4 регионах. Теперь их уже 40. Для каждого региона выбран свой профиль обучения. В Кировской области это сыроварение. Обучение будет проходить на базе Вятского государственного агротехнологического университета. Слушатели получат знания по новым агротехнологиям, маркетингу, юридическим и финансовым особенностям ведения фермерского хозяйства. Запланированы практические занятия. Выпускники получат дипломы государственного образца и возможность участвовать в конкурсе на получение гранта. Занятия в Кирове начнутся 20 октября. Подать заявки можно до 5 октября в ВятГАТУ или в кировский филиал Россельхозбанка в отдел по работе с клиентами микробизнеса. Стоит отметить, что в школу фермера принимают как тех, кто уже ведет такую деятельность и хочет развиваться, так и тех, кто еще собирается сменить образ жизни, уехать в сельскую местность и начать производить сыр. АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия Банка России, номер 3349.